Дети с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в конной прогулке. 15 ребят в сопровождении родителей, сотрудников комплексного центра социального обслуживания населения промышленного района Владикавказа посетили конно-спортивную школу в поселке Заводской. Учащиеся спортшколы рассказали гостям о нравах лошадей, правилах ухода за ними и помогли освоить азы верховой езды. Сотрудники администрации промышленного района Владикавказа совместно с региональным отделением политической партии «Единая Россия» в преддверии Международного дня инвалидов стараются уделить внимание детям с ограниченными возможностями здоровья и скрасить их будни положительными эмоциями.